сказочного королевства! О, жители сказочного королевства! Это говорю я! Peindre, écrire, composer des hymnes, des opéras, des poèmes, c'est montrer à la mort sa faillite. Oh, это чего же приятное известие! Давайте, друзья, поговорим по душе. Все готово в королевском дворце. Знаете, о чем я думаю? Конечно, как только Адхам станет принцем, он организует современную оперу с кардебалетом. Un jour, Arif vit à l'opéra une femme, la maîtresse d'un roi, d'un cuistre couronné. Et pour coucher une nuit dans le lit de cette catin, il tua, ou fit tuer. Не забудьте, честное слово, не пожалеете. Однажды Арик увидел в опере женщину, любовницу короля. На террасу? Лично вытер пыль на парадной лестнице. Puis, sous ses bois, naquit, tout naturellement, l'air sur lequel a rendancé ce pas de Troie, dans l'opéra de Diffan Barlès, Wers, lorsqu'il l'avait vu pour la première fois. Почему вы посвящаете на праздники? Дорогой, я оглядываюсь. Добрый. Не появилось ли в лесу чудовище, угрожающего вам смерти? Пристрастие Агетты к музыке арны иногда приводило ее в оперу или на концерт. Разбойники? Ну что, государственный, сразу выдал бы вон. Certainement, dès lors qu'Adam serait prince, il organiserait un opéra moderne avec un corps de ballet pour lequel on pourrait trouver, parmi les nations dont il ferait la conquête, des jeunes femmes moins formidables que des Suisses, par la taille et par leur force. Когда он впервые увидел это? Остаюсь на престоле, подайте мне корону. Ухожу немедленно в монастырь. Если в моем королевстве... Le goût d'Odette pour la musique d'Aran l'entraînait parfois à l'opéra ou dans un concert, telles étaient les seules dissipations de son existence. Не осуждайте меня. Жена моя женщина особенная. Ее родную сестру...